Лошади разобрались по номерам, выстроились, закрыли ими старт машины и готовы к приему старта. Итак, под первым номером Смородина, под вторым Аманта, под третьим Зарок, под четвертым Жаккан, под пятым Каскад. Будет даваться старт третьему призовому заезду. Дан старт. Со старта двоим Каскад. А бег со старта повела Бровка и Смородина, здесь же полем Жаккан. На третью позицию определился Зарок, на четвертой Аманта, а встал неудачно принявший старт Каскад. В правом повороте бег возглавила Смородина. На второй позиции Жаккан, на третьей с небольшим преимуществом Зарок, на четвертой Аманта. Далее Каскад. К отметке первой четверти впереди Смородина. Сбой допустила Аманта. 38,5 секунды. Первая отметка дистанции за Смородиной. На третью позицию определяется по дальней прямой Зарок, пытаясь захватить Жаккана. И пока ему это удается, на четвертой позиции ситуация очень быстро меняется на дорожке. И у нас Зарок уже в колесе у Смородины, а полем делает бросок Каскад, обходя соперников, и уже к отметке второй четверти, пока еще впереди Смородина. 39,3 секунды, вторая отметка дистанции. Впереди в борьбе за Рук и Смородина, на третьей позиции Каскад, на четвертый Жаккан, выпала из борьбы Аманта, неудачно споившая на дальней прямой. Сбой допустила Смородина, не выдержав пейса, предложенного Зароком и Каскадом. Зарок с Каскадом в борьбе проходят левый поворот и приближаются к отметке третьей четверти. На третьей позиции Жаккан, на четвертой Смородина, на далее Аманта. К отметке третьей четверти впереди Зарок с небольшим преимуществом. 36,2 секунды, третья отметка дистанции. Аманта вторично. А на финишной прямой разворачивается борьба между Каскадом и Зароком, но впереди пока очень уверенно Каскад. На второй позиции Зарок, на третьей Жаккан, на четвертой Смородина, далее Аманта. Внимание, финиш!